На конкурс дети читают стихи. Ромашова Вероника, 1-й Б-класс. Женская гуманитарная гимназия, город Череповец. Хотят ли русские войны? Простите вы у тишины. Над черепашины поли и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. И пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей. И вы тогда понять должны, хотят ли русские войны. Не только за свою страну солдаты гибнут в войну, а чтобы люди всей земли спокойно видеть сны могли. Под шелест листьев и афишки спишь Нью-Йорк, ты спишь Париж. И вы тогда понять должны,